Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Шифр». Приятного просмотра. Действие разворачивается в Москве 1956 года и рассказывает историю четырех женщин, которых связывает военное прошлое, работа в спецотделе ГРУ, они сходятся вновь, чтобы вести расследование и помогать следственным органам в особо запутанных делах. Обладая феноменальными аналитическими способностями, Ирина, Анна, Софья и Екатерина, рискуя собой, а также благополучием собственных семей, ловят преступников, которые угрожают жизни простых людей и всей стране в целом. 12 серия. Вершинин винит себя в убийстве Григорьева. Катерина по следам на стене понимает, что убийца был рядом с квартирой, и срочно уводит Лиду из дома. Девушкам становится ясно, что все три убийства, сотрудницы правкома, Григорьева и убийства на пустыре, связаны между собой, и что преступник не остановится, пока не найдет последнего свидетеля, Лиду. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.